Сейчас я продемонстрирую, как создать прическу в стиле рокобили, плотный фейт с дымчатой линией перехода. Это моя любимая прическа, как и многих других парикмахеров. Сначала создаем базовую линию стрижки с помощью машинки и расчески. Итак, формируем базовую линию от височной до затылочной зоны вплотную к коже головы. Теперь я возьму насадку номер один и буду стричь от линии роста волос до базовой линии. Сейчас мы работаем в технике свободной руки от линии роста волос вверх почти до базовой линии. Продолжаем стричь с другой стороны головы, от линии лобных впадин до макушки. Движемся с этой стороны обратно к виску. Стрижем от виска к затылку, создавая диагональную форму, сзади напоминающую ромб. Повторяем то же самое с другой стороны, добавив насадку номер один. И стрижем почти до базовой линии. Затем в технике свободной руки стрижем от линии роста волос до базовой линии.
После завершения базовой линии просто подровняем периметр машинкой с насадкой номер один и расческой в технике свободной руки. Бритвой я пройдусь по периметру, по линии роста волос, чтобы ничего не торчало. Это базовый периметр для стрижки рокабилли. Теперь переходим к теменной зоне. Волосы должны быть равномерно увлажнены. Зачесываем волосы назад. Делаем пробор. И стрижем от короткого к длинному, создавая удлинение к лицу. В качестве ориентира используем базовую линию. Сушим волосы феном, зачесывая назад. Затем подровняем все зоны, которые могли быть пропущены. Чтобы снять объем, стрижем филировочными ножницами с расческой.
Это законченный вид стрижки рокобилли. Видите, я стриг от лба до затылочного бугра. Получилась, как видите, диагональная линия. Теменную зону я зачесал вниз под углом от длинного к короткому. Это сохраняет длину в середине стрижки и уменьшает длину по бокам, что позволяет волосам ложиться прямо назад. Когда пытаются зачесывать волосы назад, они, как правило, падают на бок, а тут они всегда остаются уложенными назад. Если что-то торчит, это легко исправить. Вы можете зачесать все назад и придать волосам уникальную форму классической стрижки рокобилли. Также довольно прикольно смотрится татуировка, исчезающая в волосах. Я смешаю гель для укладки средней фиксации Player и крем-воск Dandy. Это позволит зафиксировать прическу, при этом сохраняя ее подвижность. Ведь это стрижка рокобилли. Полученный при смешивании продукт позволяет сгладить эти углы, что очень важно в стрижке рокобилли. Нужно придать форму, чтобы пригладить торчащие участки. Что ж, ну вот. Готово. Все.